Здравствуйте. Сегодня я вам покажу метод, который Ольга Ивановна называет метод мотыга-швабротерапии, который может использоваться у людей с нарушением мозгового кровообращения, при перенесенных инфарктах, инсультах, при проблемах сердца, при проблемах с желчным пузырем, при проблемах при вестибулопатии и различных спазмах, которые вы можете испытывать. Значит, мы ставим швабру, обычную швабру, которую используют для мытья пола, и ищем точку в животе, которая наиболее болезненна. Вот так вот мы проходим по животу, смотрим, где у нас чувствительно, болезненно, и останавливаемся на этой точке. Чуть ее прижимаем. Опираемся и убираем боль. Вот так стоим на точке до исчезновения боли. Теперь переставляем. Если здесь боль убрали, можем переставить ее на другую болезненную точку. Там же убрать эту боль. Стоим, убираем боль. Аккуратненько. Все до комфортного состояния. Вот так. Если боль убралась, значит, все хорошо.